Всем доброе утро. Суббота, утро, 9 утра. Значит, новый день, новые эмоции, новые впечатления. Вижу, что вы уже присоединяетесь, тоже уже не спите. Я проснулась сегодня рано, но позволила понежиться себе в кровати. Вы знаете, порой я очень люблю полежать, помедитировать, какие-то еще утренние дела поделать, и потом встать уже и начать новый день. Важно, когда мы встаем, помним, начинаем новый день с тем, что это новый день, самый неповторимый, самый лучший, самый необыкновенный. Этот день принесет мне много новостей и много изобилия. Вот если в это верить, то день начнется у вас радостно, счастливо, эмоционально. И главное, будете чувствовать силы для этого, потому что силы дают наши эмоции. Доброе утро! Всем доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте, Саша, поздравляю с днем рождения, вас, какая вы всегда вкусная, о, спасибо, привет из солнечной Адыгеи, Саша, ты очень красивая, спасибо, спасибо вам большое, так тебя люблю, доброе утро, доброе утро, всем доброе утро, я вижу, что вы присоединяетесь, давайте сразу начнем, вы видите прикрепленную тему, она звучит достаточно жестоко, потому что бумеранг никто не отменял, я поставила не просто так эту ручку. Сейчас будем обсуждать, будем делиться своими историями. Хотелось бы от вас, вы пишете мне: «Саш, благодарю за вчерашний эфир». Прежде чем я приступлю к этому эфиру, тоже хочу вас поблагодарить за... У меня директ разрывается от ваших сообщений. Я даже настолько счастлива, что могла показать вам, приоткрыть завесу правильного питания, как я к этому перешла, и что вы так откликнулись, вам настолько понравился этот эфир. Я буду практиковать такие творческие эфиры раз в неделю, обещаю. Следующий эфир я буду анонсировать, но, скорее всего, сделаю бьюти-эфир для девочек. Я расскажу про тейпирование, я расскажу про фейсбилдинг, про какие-то маски, как ухаживать за лицом. То есть все на практике буду показывать вам в прямом эфире. И думаю, что каждый эфир мы будем делать вот такие интерактивные, динамичные эфиры, чтобы не просто статично сидеть там, либо есть, либо разговаривать, а чтобы и двигаться, и о чем-то рассказывать, какие-то вещи еще представлять. Обязательно возьмем этот формат мы на заметку. Спасибо большое. Какая у нас погода? Кстати, у меня окна зашторенные. Ну, по-моему, у нас пасмурно сегодня. Потому что вчера был дождик, сегодня опять дождик. Но тепло. На улице вчера ночью было, вечером было 8 градусов. Я выходила. 8 градусов плюс это было вечером, 10 часов. Вернулась я в 11, ну вот 8 градусов, а утром 13-14, а со следующей недели вообще обещают там чуть ли не под 15 градусов и жара. Сашенька, кажется, тема сегодня будет интересная. Может, начнем? Конечно, начнем. Спасибо, что меня гоняете. Давайте, прежде чем начнем, я расскажу вам, что же у меня сегодня на завтрак. У меня сегодня кусочек сыр. Этот сыр 50%. По-моему, это тильзитер он называется. Тильзитер авокадо. И галеты, которые я вчера показывала, с семечками из слоеного теста. Ну, прежде чем я начну, первый кусочек, как обычно, я сделаю ам. Пока вижу, что вы мне пишете: в Нижневартовске минус 46, крепитесь. Уверена, что скоро наступит лето, как и всегда. Здравствуйте, здравствуйте. А блинчики, я блинчики пеку. Так вам сейчас как блинчик-то пойдет? Замечательно, под мои рассказы, под мое щебетание. Надеюсь, что у вас они получатся вкусные, пышненькие. В общем, приятного аппетита вам заранее. Давайте я сделаю ам и приступим к теме, чтобы раскрыть ее в полной мере. Потому что сразу прошу вас, прежде чем я буду рассказывать, будьте любезны, в тот момент, когда я буду рассказывать, тоже пишите какие-то свои истории, потому что я сначала выключу комментарии, я вам расскажу. А потом хочу, чтобы вы свои истории про бумеранг также мне отправили, я зачитаю их, интересно будет послушать, что происходило с вами, я поделюсь, что происходило со мной, и таким образом у нас будет проходить эфир, чтобы было интересно, и набираться на чужом опыте тоже можно чему-то научиться, ну и, разумеется, вам будет проще, вы выговоритесь и поймете, где же вы совершили ошибку, возможно. Так, я делаю ам. Mm.
Так, сразу скрываю. Значит так, прежде чем я начну, не надо меня подгонять. Мы не ругаемся матом в моем чате. Мы уважаем друг друга. Если вам что-то не нравится, вы просто выходите. Это была минутка паузы. Я сразу в бан. Я не разговариваю, я не обсуждаю. Я сразу в бан. Хамство не терплю и мат в моем чате. Давайте уважать друг друга. Окей, поехали. Спасибо. Это был первый ам, потому что первый кусочек любого блюда на завтрак, он должен проходить у вас вот с таким ощущением, с чувством, чтобы тысячи рецепторов включились, и вы почувствовали, какой же это кайф с утра делать первый глоток кофе и, конечно же, первый кусочек класть в рот, на язычок. Так, приступим к нашей теме. Я отключаю комментарии, потому что сейчас поговорю я, ну а потом дам слово вам. Бумеранг еще никто не отменял. Бумеранг никто не отменял. Эта тема, я достаточно остро ее назвала, наверное, грубо, скажем так, назвала, потому что многие люди вообще не верят в приметы, многие люди не думают, что существует бумеранг. Кто-то, то есть сейчас у нас общество поделилось на две категории. Тот, кто верит в это и стал более осознан в своих действиях. И тот, кто считает, что все это дудки, да неважно, главное жить здесь сейчас, сам за себя. Даже если кто-то пострадал, наплевать, главное, что мне хорошо. Сегодня я рассматриваю с двух позиций эту ситуацию. Что же такое бумеранг? Ну, давайте сразу подумаем, что такое бумеранг, провизуализируем. Бумеранг – это такая, как изогнутая деревяшка либо пластик, который мы кидаем, и он возвращается нам вновь. Мы все помним, мы кинули его, и он возвращается вновь. Почему и назван бумеранг так метафорически? Потому что, когда мы делаем что-то плохое, как бумеранг, он нам тут же вернется, нахлобучит и даст нам по голове. Так если подумать, какие поступки заставляют этот бумеранг прилететь к нам, в какие сроки этот бумеранг к нам прилетает, и почему так бывает, что кто-то делает плохо, ему ничего, а я сделаю плохо, и меня тут же по голове. Да, причем настолько сильно, что ощутимо это и в кармане, и в финансовых планах, и в каком-то в эмоциональном плане, в упадке. Любой поступок, смотрите, как работает бумеранг. Это моя философия, это я испытала на себе. Мы живем, встречаемся, общаемся с людьми. Любой поступок, который в нас вызывает какое-то такое чувство, у нас же у всех есть внутренний смотритель, у всех есть внутренний голос, который проговаривает, это ты сделал правильно, это ты сделал неправильно, не делай так, а мы все равно делаем. Так, когда мы начинаем делать что-то плохо, мы это понимаем, у нас всегда внутренний голос нам об этом говорит. Мы пытаемся его затолкать. Что бывает, когда девушки мстят своим молодым людям? Когда девушка насмехается или молодой человек насмехается над девушкой или молодым человеком в паре, когда кто-то любит, а он позволяет любить, вот запомните, это очень карается, и бумеранг прилетает сразу, и вообще может очень долго вас не отпускать. Если вы встречаетесь с человеком, вы понимаете, что вас очень сильно любит, а вы вытираете об него ноги. То есть вам нравится, что бегает, унижается. Запомните, бумеранг вас настигнет очень быстро и потом покарает вас, потому что вы окажетесь на месте такого же человека. Вы также влюбитесь, а вас будут не любить. И причем, что самое интересное, что когда молодые люди или девушки попадают ровно в такую же ситуацию, они плачут и говорят, ну за что мне это? Ну я же так тебя люблю. А как раз таки за то, вот сейчас, пока я проговариваю эти слова, давайте я замолчу, а вы я включу комментарии. Я буду иногда включать комментарии. Напишите мне плюс, кто когда-то насмехался над второй половинкой, вытирал ноги, будь то это женщина, будь то это мужчина, кто так делал в своей жизни. Напишите мне, пожалуйста, плюс. Много, много.
Делали. И вернулась. Мелкая, пожалуйста, напишите вашу историю, как вам вернулось, и как вы почувствовали, и как вы поняли, что это именно за то, что вы унижали другого человека, который вас любил. Было дело, но бумеранга не было. Было такое. А если я хорошая, меня всегда обижают. Ну, тогда это вы позволяете себе, вы позволяете людям вас обижать. Вы выбираете роль жертвы в этой жизни. И это некие садомазохистские такие наклонности, когда индивид уже получает удовольствие, и он именно выискивает того человека, который будет его унижать. Потому что по-другому вы не умеете хорошего отношения, вы не знаете, как с ним быть. Вы бежите, вас это пугает, и вам скучно, если вас не унижают. То есть это тоже такое зацикливание есть некое у ребенка, конечно, у ребенка я имею в виду, потому что все эти моменты тянутся у нас из детства. Это либо... Может быть, вы подвергались там физическому насилию, может, вас родители там лупили, бывает такое, ремнем, знаете, как в советские времена, что у нас было, это ремень и угол. Может быть, вы с друзьями как-то, они вас не принимали, и вот вы привыкли, у вас зацикленность такая, что вы постоянно в таком, в тонусе, вас обижают, и вы знаете, как справляться. А если бы только хорошее бы вам транслировалось, то это могло бы вас напугать и отвернуть. Здесь нужно работать вот с этим переломным моментом, если вы постоянно в жизни встречаете садистов, а вы становитесь в роли жертвы. Значит, это у вас надо откопать момент, когда был фикс в этой жертвенности, и проработать, чтобы у вас началась новая жизнь, и изменить жизненный сценарий. Я никогда надо мной МЧ, но я вот только что сказала, это вы выбираете позицию жертвы. То есть, если у вас постоянно повторяется одно и то же, один и тот же жизненный сценарий, одна и та же в жизни ситуация, это именно проблема уже в вас. Это вы выбираете и вы транслируете в пространство такие флюиды, что к вам притягиваются только такие мужчины подспудно, а такие мужчины любят унижать. А у них другая проблема, это два полярных человека. Кто унижает, и тот ту жертву, почему они притягиваются друг к другу. А у того, кто унижает, у него заниженная самооценка, очень много комплексов, и он за счет вас, унижая вас, хоть немножечко выплывает. То есть это два человека, которые с такими психологическими зацикливаниями, тянутся они из детства, и можно это проработать. То есть это аномалия, это немножко отклонение от нормы. Но все это можно, разумеется, убрать. Вот я смотрю, что было на самом деле очень у многих. Было очень у многих людей, когда они обижали. Смотрите, как вообще описывается, я выключаю комментарий, как характеризуется такой поступок, если вы вытирали ноги в отношениях, будь то мужчина, будь то женщина. Как правило, это ложится такое некое бельмо на судьбу данного индивида, потому что самый большой грех, как говорят, это насмехаться над любовью. Почему говорят «отпусти любя», «если любишь, ты отпустишь», «если любишь, ты не причинишь вреда», «если любишь, ты уважаешь», «если любовь, то это достоинство». А если вы когда-то вытерли ноги, то вы над самым... Потому что любовь – это божественное, оно приравнивается к божественному чувству. То же самое, потому что мы же не можем его потрогать. То есть любовь – это сродни души, это сродни чему-то мистическому, чему-то такому. То есть это самое наивысшее чувство, которое дано нам – это любить. И вы, получается, насмехаетесь над самым святым, что есть. Если прилетел бумеранг, и вы понимаете, что вы уже это отработали, потому что я сразу беру это из опыта. Я не то что насмехалась, хотя да, я
использовала человека, который меня любил. Я не могу сказать, что я его унижала, но это использование сегодня с высоты моих лет, я понимаю, что это и было для него унижение. То есть я его не отпускала, но говорила, что... Но я говорила, что ничего не будет. Но мне было удобно, что он был у меня. Мне было приятно, это мне льстило, что он так за мной ухаживал. Но я его не отпускала. Это тоже... насмехание над другими людьми. Бумеранг прилетел ко мне, и он долго очень держал, не отпускал меня, я прекрасно понимала, причем этот человек, над которым я насмехалась, встретился ровно после того, как я страшнейше отомстила мужчине, и это был тоже прям очень сильный грех с моей стороны, и я понимала, что, ждет меня что-то очень-очень коварная. А что ждало? Я уверена, что мое одиночество, мои депрессионные состояния, потому что я поступила, с чего я начала. Бумеранг прилетает тогда, когда вы поступаете и идете против себя. Голос говорит «не надо», а вы делаете. Голос говорит «не надо», а вы все, нервы берут свое, эмоции берут свое, в этот момент аффекта вы поступаете так, хотя тут говорила «не надо». И мы все знаем, когда мы поступаем. Каждый человек знает, что он поступил плохо, потому что этот голос всегда звучит у нас в голове «не надо». Так вот, два раза подряд я сделала «не надо», и я поплатилась своим здоровьем, своими депрессиями и своим одиночеством. И то, что я сейчас говорю, какой страшный грех, там, когда ты насмехаешься, об этом мне сказал один мэтр, которому я доверяю, это психолог, это человек, который прожил долгое время в Таиланде, он проходил практики. Я говорю, ну что же у меня не так, ну почему? Он говорит, расскажи мне, что ты, как ты поступала с мужчинами? Я говорю, я одинок, у меня ничего не получается. Я ему рассказала, и он поделился со мной этой информацией, что, оказывается, это сильно и очень сильно карается. Далее, что касается бумеранга. Как это еще работает? Бумеранг, смотрите, как может быть, что иногда ты сделал, совершил какой-то низменный поступок, а он раз, и буквально на следующий день вы прочувствовали, что вам это вернулось. А бывает такое, ты и забыл, что ты когда-то совершил. И это может случиться через годы, тебе вернется, и только потом, если человек сведущий, осознанный, внимательный, он продумает, ну почему же мне дана эта ситуация, помним, из каждой негативной ситуации нужно вынести какой-то урок. И только потом понимает, что да, я же так же поступила, сейчас я ровно в таком же положении. Естественно, мы не святые. Естественно, нам приходится порой, мы обсуждали такую, я рассказывала историю на одном из прямых эфиров. Бывает такое, что стоит жизнь на кону, жизнь твоего ребенка. То есть бывают патовые ситуации, когда ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно, но сделать ничего не можешь. Вот настолько вынудили тебя обстоятельства, разумеется, это не семь смертных грехов, это не укради, не убей и так далее. А когда мы можем подставить человека, когда мы можем поступить как-то некорректно с ним, неэтично, обидеть словом. Но порой бывают такие ситуации, я понимаю, что выхода нет. Хотя, говорит, выход есть всегда. Например, если мама с ребенком, она зарабатывает 10 тысяч, а ей нужно кормить ребенка, если она найдет кошелек с деньгами и с паспортом, образно говоря, она не вернет его, и, наверное, она будет иметь на это право, потому что ей нужно кормить двоих детей, она последний кусок хлеба доедает, и эта находка будет для нее и для ее детей спасение, и прокормит она их еще какое-то время, не заботясь и не вкладывая столько сил, потому что она и так устала. Если человек... Я просто сейчас говорю вам абстрактно. Если человек находит, к примеру, кошелек, у которого все нормально с достатком, и он из корысти, я не верну, оставляет себе эти деньги, знаете, эти деньги счастья никогда не принесут, а аукнутся очень и очень плохо. У вас будет в бизнесе прореха обязательно, вы лишитесь чего-то гораздо большего, если вы возьмете эти деньги на дороге и не вернете владельцу, потому что вот эти вот найденные деньги, если вы понимаете, что одно дело 5 тысяч лежит, вы не знаете у кого, а другое дело, когда с документами, тут, знаете, бумеранг прилетит и именно побьет вас в 3. То есть вы нашли сумму, например, 3 тысячи рублей, у вас жизнь заберет 30 вместо 3, то есть эти 3
будет вспоминать, да лучше бы я отдал. А далее, почему еще приходит бумеранг? Когда мы нечисто мыслим, То есть, бывает такое, ты сидишь, работаешь с компаньоном, общаешься с подругой. Ты встречаешься с подругой, либо с другом. Она рассказывает тебе какую-то историю, ты говоришь, ну какая ты умничка, какая ты лапушка, да все же хорошо. Но у тебя у самой выработалось другое мнение о ней. Но ты промолчала. Ты приходишь домой, ты одна, ты один. Там, если ты, если это мужчина про партнера, если это девочка про подругу. И ты начинаешь гонять в своей голове о том, что... Но она, конечно, ну дура дурой, ну мужик-то от нее гуляет, и как она этого не понимает? Ну тупица вообще, да как вообще этой девчонке что-то в жизни далось? Это ваш внутренний идет диалог. Что происходит? Вы этой девушке даете еще больше благ своими мыслями, негативными, да, так, так плюс, всегда плюс-минус. У вас минус, вы даете ей плюс, у нее преображается здоровье, у нее блага на работе, мужчина дарит еще круче подарки, что... И вы никак не можете в толк взять, да что ж такое-то, ну такая дебилка, вы думаете про себя, а ей все везет и везет, да все фартит и фартит, ну что ж за идиотка-то такая? Знаете, что она питается? Вот слово, ваше слово «идиотка» ей плюс 3000 рублей в карман, образно говоря. И бумеранг к вам прилетает в секунду, потому что вы не получаете того, что вы хотите. Ваши цели не осуществляются, только лишь потому, что вы выстраиваете сами эту стену негатива. То есть бумеранг бывает не только за поступки, но и за ваши мысли. И очень часто можно встретить людей, которые... Ну, вроде добрые, и дети, и муж. Ну, все вроде нормально, и вроде не обманывает, и живут честно, и зарабатывают честно. Даже начальнику доносят на подчиненных, и если вдруг узнают, что кто-то кого-то обманывает, обязательно пойдет, ну, честный человек. Но в голову-то никто не залезет. То есть этот честный человек может ненавидеть всех вокруг и всех обсуждать. Вот он сидит на работе. Ой, здравствуйте, Лидия Владимировна. Здравствуйте, Константин Александрович. Константин Александрович, а кофе не хотите? А сама думает, какой идиот Константин Александрович. Да лучше бы я была на твоей должности. Это же вообще дебил-то конченый. Либо Мария Владимировна. Мария Владимировна, но... Ну, просто толстая тетка. То есть, если человек вот так живет и каждого вот так обсуждает, вот это и есть тот же самый бумеранг неудач, вечных, вечно будете что-то терять, что-то забывать, вечно будет ускользать у вас из рук, например, должность. Все, вы знаете, что вы можете, знаете, и вы уже... Два кандидата у вас остается, и вы проигрываете. То есть вы можете доходить до конца и думать, ну что же не получается? Это ёперный театр. Ну я уже просто, уже в руках было, и все как песок. А как песок, это ваши мысли. Расскажите мне ваши истории, прокомментируйте мои высказывания, что вы об этом думаете. После него у меня до сих пор нет любимого человека. Меня бросили за это время, также обтирали ноги. Я сейчас жалею, что когда-то не ценила его. Он был самый лучший, оказывается, только поняла. Но это тоже некий синдром жертвы, когда... Вы были в одних отношениях, там тоже вытирали ноги, вышли в другие, получили то же самое, а тот просто роднее. Там такая же ситуация, только в тех отношениях вы помните только хорошие моменты, забываете плохих, а в нынешних отношениях вы видите, что об вас вытирают ноги.
И вы говорите, что это плохо, это ужасно. Хотя тот поступал ровно так же. Я опять же говорю, это жертвенность, которую выбирают сами люди для себя. Это образ жизни, быть жертвой во всем и везде. И вы притягиваете таких. Как с этим справиться, как с этим бороться, можете прийти ко мне на курс «Перепиши жизнь». Вот эту вот жертвенность мы убираем, мы даем вот эту опору, которая необходима человеку. Мы раскручиваем клубок, откуда берутся эти обиды, страхи, неуверенность в себе, и когда именно вы начали так себя ощущать. Поэтому приходите ко мне на курс «Перепиши жизнь», если вы сегодня хотите это изменить. Александра, все-таки вам нужен мужчина? У меня есть. Я всю жизнь жертвую собой, а потом сама страдаю от этого. Да, но это я говорю, человек так выбирает жить. Получилась только такая же ситуация, и парень знал ситуацию с бывшим парнем. В конце расставания он не припомнил прошлое, но я легко отпустила. Хорошо, да, бумеранг никто не отменял. Как найти твои курсы? Найти мои курсы, ссылка в описании профиля, это онлайн-курсы, ссылка в описании профиля, либо в Яндексе, Гугле забивайте ommoney.online, ommoney.online. Заходите и выбираете свою главу. Я рекомендую богиню, потому что богиня там привилегия. Вы общаетесь в приватном чате со мной 24 часа в сутки, если что-то вам непонятно. Да, сохрани, пожалуйста, эфир. Обязательно умница, красавица. У Саши есть мужчина, не переживайте, спасибо. А как убрать жертву в себе? Как убрать жертву к себе? Я говорю, Гриленко 95, приходите ко мне на курс, мы с этим работаем. Мне повезло больше, мои отношения были всегда взаимными, и если расходились, то как в море кораблей без негатива, чудесно. Доброе, соглашусь, мне кажется, сейчас все люди такие. Класс, сохрани эфир, сохраню. Как побороть эти мысли? Для того, чтобы побороть эти мысли, необходимо проработать, это ментальная диета, я всегда говорила, это проработать себя, простить других, понять свои ошибки и принять. Это также, я создала курс, я создала свою систему, которую интегрирую в жизнь. То, о чем я рассказываю, я рассказываю вам по системе, по которой я жила, я сама ее создала, это мои курсы «Перепиши жизнь». Как раз таки за 26 техник, которые я даю, вы убираете полностью все эти негативные мысли, вы учитесь жить позитивно, вы меняете свои сценарии жизненные и приходите к результату. К результату А. Чистоты сознания, Б. Только положительных эмоций, положительных мыслей. У девочек, кто ко мне приходил, сейчас они занимаются, через 48 часов меняется жизнь, по-другому начинают мыслить. То есть мой курс работает на 100%, и я гарантирую результат. Ссылка в описании профиля. Если кто-то... Просто очень многие... А как это сделать? Если поговорить, то можете выходить, потому что я люблю разговаривать с людьми, которые хотят что-то делать. Я предлагаю вам панацею, это уже ваш выбор, менять что-то, либо оставаться в том болоте, в котором вы есть сегодня, если узнали себя. Саш, все-таки так и есть, правда, я согласна, 100%, все в голове. Что на завтрак, посмотрите эфир, уже сказала. Саша, сколько сейчас твой вес на ПП? 47 килограмм. А как перестать так думать? Сказала, встречалась с парнем, тоже использовала его, потом ушла к другому, с кем стала страдать, и бумеранг настиг. Конечно. Понимаете, что жизнь такая... Если кто-то думает, что я обману жизнь, если кто-то думает, я сделаю низменный поступок, и никто не узнает... Знаете, вообще, откуда идет бумеранг? Вопрос, откуда идет бумеранг? Напишите мне ответ. Мне интересно, как вы думаете, откуда приходит бумеранг? Бумеранг, он же должен откуда-то прилететь? Откуда? Из прошлых, далее. От тебя самой, Татка написала. Умница, великолепно. От себя. Как правильно, очень многие правильно ответили. Бумеранг приходит от тебя самой.
Как это происходит? В смысле, как это бумеранг? Все думают, люди многие ошибочно думают, что бумеранг приходит от того человека, которому сделали больно. А почему я начала? Почему он приходит от тебя самой? Знаете, в какой момент он запускается? Когда первая мысль у вас родилась, что я делаю неправильно, и вы сделали. Вот тогда вы, когда, смотрите, я делаю неправильно, вы запускаете бумеранг, а когда вы сделали, он вам уже летит обратно. Понятно? Провизуализируйте этот момент, знайте, когда он начинается, когда он уже набирает оборот и уже летит на вас. Когда первый раз я запускаю, я делаю неправильно, сделали, а он уже летит обратно. Просто ждите, придет время, и он обязательно вас настигнет. Все в вашей голове. Когда мы идем против себя, бумеранг, к сожалению, отдача, жизнь, вселенная, называйте как угодно. Кто-то скажет, что это Бог, но Бог не наказывает. Бог только нам дает испытания, которые нас делают сильнее. Все, что у нас происходит в жизни, это только со знаком плюс, можно сказать. Тот, кто думает, что за что мне это, почему мне это? Тебе это нужно для того, чтобы ты извлек здесь урок, тут стал сильнее, а завтра ты... Знаешь, зачем нужны бумеранги и зачем нужны негативные последствия ваших действий? Когда мы рыдаем, и кажется, что жизнь кончена. То есть бумеранг можно... Кто-то будет говорить, что да, это расплата, потому что ты сам... Бумеранг говорит вам об ответственности. Неси ответственность за свой поступок. Ты знал, что это было плохо. Ты знал, что ты поступаешь неправильно. Ты поступил. Будь любезен. Понеси эту ответственность. А многие, ну почему мне это дано? И никакой ответственности опять они не несут. И сколько бы ни возвращалось им вот таких негативных уроков жизненных, как они говорят, особенно вот это, Боже, ну за что мне это? А за то. Тебе уже Боже, вот этот Боже, уже тебе раз давал по голове тут, ну пойми ты, возьми ответ, поступи верно, извлеки урок. Нет, ты прорыдал. Тебе следующее, ты опять прорыдал. И уже тебя уже настолько хлобучит, что последнее, когда люди заболевают онкологией, уходят близкие люди внезапно. То есть и тогда вот это, Боже, ну за что мне это? Но если вы, кто сегодня так страдает, или, может быть, у знакомых есть такая ситуация, если тот человек отмотает назад, он поймет, сколько было сигналов до этого, сколько ему жизнь давала возможность избежать, возможность давала. Потому что он не извлекал урок ни из чего. Вот тут у него случилось, он поплакал, опять обманул, как-то пережил это, пошел дальше. Но не хотел зациклиться, заострить внимание на ситуации. То, о чем я говорю. Любая ситуация нам дана. Нам сверху стучат. Эй, ты, парень, ты что, дурак, что ли? Сколько же тебе можно бить-то? Ты и так уже весь изранен. Бумеранг уже и в лоб попал, и губу рассек, и глаз выколол. А ты все рыдаешь, стоишь. Нет бы понять, нет бы взять его и сказать, ой, я понял. За что прилетело? Я понял, как поступать больше не надо. Я понял, что это не надо. Для того, чтобы завтра пойти в эту яму снова не скатиться. Вот так работает бумеранг. Так, сейчас я сразу... Я говорила, да, что я блокирую мат, сразу удаляю из чата. Как же житье коллектива с мерзкими людьми? Как же жить в коллективе с мерзкими людьми? Если вас окружают мерзкие люди, значит, мерзость есть в вас. Если вас окружают завистливые, злые, мерзкие люди, значит, эта мерзость присутствует, зависть присутствует в вас. Нас окружают только те люди, отражениях которых мы являемся сами. Запомните это раз и навсегда. И чем больше вы будете рыдать, и чем больше вы обращаете внимание, почему они такие мерзкие, значит, этой мерзости очень много в вас. И вас она бесит, потому что она присутствует в вас. Проработать надо, почистить, и тогда будет легче. Конечно, если вам
этого хочется, потому что кто-то привык жить в ААшках, в вечной трясине, в темноте и во тьме. И жить с матом, с постоянными скандалами, с руганью, потому что кто-то считает, что это такие эмоции. Я выбираю жизнь спокойствия, я предлагаю свой курс тем, кто хочет поменять жизнь, начать видеть постоянно, образно говоря, солнце, выйти из этой тьмы и выйти из этого порочного круга. Надо всегда говорить, что думаешь, правильно, ты права. А если делаешь плохое, но не считаешь так в голове, думаешь, ты прав? Во-первых, если вы прочтете, а если делаешь плохое, вы уже знаете, что это плохое, поэтому это самообман, вы считаете, что это плохо, потому что по Фрейду вы уже оговорились и сами ответили на свой вопрос. Вы просто пытаетесь себя убедить, что это хорошо, что мои установки отличны от других. Если для кого-то это плохо, для меня это хорошо. Но вы сами сказали, если делаешь плохое. Наши слова читайте между строк, читайте внимательно слова, они полностью описывают вашу душу. Поэтому вы уже сделали плохо, бумеранг настигнет. Сашенька, извини, что не по теме. Ты вчера так и не сказала, льешь ли ты какой-либо алкоголь, пьешь ли... Да, конечно, я пью алкоголь и могу пить бокал вина, разумеется. У меня нет такого, что никогда. Просто это редко. Это редко, потому что мне жалко лицо, мне жалко кожу и жалко свои труды. Так, закрываю, удаляю сразу из комментов. Еще раз повторюсь, мата я не терплю. Вы можете ругаться, можете оскорблять меня, но если вы пишете мат, я удаляю и скрываю сразу вас из чата. Я прошу ко мне отношения. Вот сейчас девушка сказала, если меня окружают мерзкие люди, меня окружают, потому что в моей душе все прекрасно, и меня здесь окружают только люди, которым я импонирую, они вызывают чувство эмпатии. А если вы хотите загрязнить наш чат, то валите, пожалуйста, поскорее из него. Тут вам делать нечего. Здесь только добро и нормальное отношение. Если вы такого не знаете, тогда аривидерчи. Значит, если человек непорядочный, то считает, что он прав и не делает ничего плохого, значит, никого его бумеранга... Вы понимаете, это все миф. Тот человек, который непорядочный, он нашел оправдание для себя. Так он уже сидит и бумеранг получает постоянно. Вот смотрите, можно я выключу комментарии сейчас? Я вам расскажу еще одну маленькую теорию, чтобы было понятно, как я это вижу. Потому что сегодня люди считают, что счастье – это деньги. Счастье – это власть. Счастье – это дорогая машина, красивая сумка, это девушка, которая переделала себя на вся красивую, при которой изумительный мужчина. Это картинка. И очень многие, кто не имел этого никогда, не имеет, но мечтает подспудно, считает, что это счастье. И думает, ну как же, ну вот этот вот обеспеченный мужик, ну так обманывает на работе, например, начальник, да, или моя приятельница, но постоянно строит козни, а бумеранга ей не возвращается. Потому что вы же видите картинку, и в вашем понимании счастья она счастлива, что бумеранга нет. Я хочу вас кого-то успокоить, кому-то подтвердить опять их мысли, которые они думают. Любой человек получает свой бумеранг. Есть разные просто слои общества. Кто-то получает бумеранг сразу и очень больно, потому что если человек находится на низшем слое социального уровня, например, он зарабатывает 20 тысяч рублей, если у него 10 тысяч он потеряет, но вы понимаете, да, насколько тяжело это будет все пережить, 10 тысяч, то есть 10 тысяч остается на месяц. К примеру, бумеранг вернулся, 10 тысяч он потерял, просто потерял по дороге. Но если просто есть разные слои, поэтому это очень больно и остро воспринимается. Все это видят и все об этом знают. И считается такой человек неудачником. Да? Следующий этап – это более средний уровень, когда бумеранг прилетает просто по неким другим понятиям. Например, он непорядочный на работе, он осуждает, о чем я говорила, плохо мыслит. И мы думаем, ну у него же все нормально, семья и в Таиланд ездит. Нормально. Но у этого человека папа умер. Просто вы не знаете. У этого человека тетя заболела, к примеру. То есть не думайте, что бумеранг возвращается только вам лично.
бумеранг может вернуться вернуться к другим людям из-за вас, чтобы вы что-то поняли. А вернется, конечно, к тем людям, которые вам близки, от которых вы будете страдать. Поэтому если вы думаете, что вы такие одни несчастные, вот эти вот богачи, они что бы ни делали, им также возвращается. Дети погибают у таких людей, они теряют. Дети наркоманами становятся. Вот им бумеранги за их делишки. Вот им просто они на себе этого не испытывают, поэтому вам кажется, что он счастливый. Запомните, жизнь, она одинаково сурова ко всем и благосклонна ко всем. Нету разницы между богатым человеком обеспеченным и человеком, который имеет мало денег. Нету разницы. Я включаю комментарии, читаю, зачитываю, что вы мне пишете. Да, точно, когда ты только об этом подумала, что, что делаю неправильно. Когда ты только об этом подумала, что делаю неправильно, обманываю человека, когда тебе плохо, становится в жизни, и ты вспоминаешь об этом, что и ты кому-то делал плохо, это на фоне подсознания, конечно. А подсознание, оно быстро выдает вам за что. Очень, потому что невольно, когда происходит трагедия, человек невольно, хотя нужно говорить по-другому, говорит, почему? Только потом, кто знает, кто изучает себя, эту жизнь, он скажет, зачем. Но, по сути, первый вопрос, когда, почему? Почему со мной? И тут же подсознание даст вам картинку. Кто-то просто ее затыкает, заталкивает, потому что стыдно. Это стыдно признаться, что я виноват, и мне это за что-то пришло. Ну, и человек будет пытаться искать, ну почему, заталкивая. А кто-то сразу поймет, примет, уловит и извлечет урок. А как записаться на курс, если из города Тула? Это онлайн-курс «Перепиши жизнь». Вы заходите, ссылка в описании профиля, либо omni.online. Вы заходите, выбираете тариф, который вам подходит, и оплачиваете любым удобным способом, потому что курсы проходят в видеоформате. Вы можете смотреть их в любое время. Доступ вам открыт в течение 60 дней. Заниматься можно, когда удобно. Это онлайн-курс. Курсы в видеоформате, поэтому заходите и выбирайте то, что близко, свой тариф. Если не специально словом обидел, если не специально обидел словом в аффекте, аффект, смотрите, вот как хорошо нам задали вопрос. Если вы находились в состоянии аффекта, вы знаете, что в состоянии аффекта даже может быть снято обвинение в убийстве, потому что человек был в состоянии аффекта. Если вы действительно не соображали, вы знаете, бывают шоры, падают, и ты ничего, и потом ты проще, ой, извини, ничего страшного. То есть это не... То есть это были не вы, это состояние аффекта. Поэтому здесь, если вы действительно понимаете, что был сам не свой, прости ради Бога, тогда, конечно, будет все прощено, и все будет хорошо. А где написано, что плохое, что хорошее? Но я, чем я пользуюсь для себя, божественные законы, это Библия, это наша Конституция, это все признанные этические нормы современного общества. Не убей, не укради, не навреди, там, не прелюбодействуй, образно говоря. Вот все эти законы. Каждый их знает. Но сегодня настолько стало современное общество, что люди стали себе сами устанавливать свои законы, верить в них и жить. Пожалуйста, я говорю на общую массу. Я не говорю сейчас точечно. Я не говорю сейчас об одной какой-то. Везде бывают исключения. Именно моя жизнь опирается на эти законы, на божественные законы. И мне просто, почему заговорила о чистоте сознания, потому что, почему я создала эти курсы «Перепиши жизнь», потому что я была такой, обсуждала всех внутренне.
И когда я начала разрабатывать эту систему, я долго очень искала техники, которые меня бы избавили от этих мыслей, потому что уже к концу мне казалось, что моя башка разорвется, я не хочу, а у меня это как, знаете, как заведенная пластинка. Прошел человек, я его почему-то осудила. Почему, сама не знаю, я его даже не знаю. И это был уже последний такой, было каплей. И как раз-таки я, скажем так, завершила свою систему, вот это «Перепиши жизнь», дополнила ее техниками, и сейчас она работает на 100%. Она меняет ваше сознание, меняет ваш жизненный сценарий. Александра, мужчины могут записаться к вам на курс? Владимир, возьмите, могут, возьмите. Почему? Хороший вопрос, Владимир. Меня многие спрашивали, мужчины, почему я делаю акцент на женщин? Потому что многие мужчины, им сложно меняться. Знаете, говорят, что женщина меняется, а мужчина остается в своей вот этой кубышечке, коробочке. И редчайший случай, когда мужчина хочет достичь какого-то просветления и поменять свое редчайший случай. Поэтому если вы из таких, если вы сегодня, я таких мужчин называю гениями, если вы гений, то берите. Потому что я знаю, что девушкам это точно, да, потому что они выполняют все домашние задания, они очень ответственно подходят и выполняют все техники. Если вы верите в себя и знаете, что у вас получится, берите. Но опять же, подумайте много раз, готовы ли вы действительно поменяться, потому что этот курс меняет сознание. Но нужно только делать, не просто прослушал, а делать. Если вы гений, пожалуйста, welcome на мой курс. Мне будет приятно, и я сочту за честь. А бумеранг может произойти раньше неправильного поступка? Вы знаете, в мыслях, конечно. То есть вы еще могли поступок, я говорила ранее о том, вы подумали плохо, и он может произойти. Хороший. Угу. Пастух задает вопрос. Саш, как ты думаешь, почему ты до сих пор не замужем? Хороший вопрос. Думаете, я тоже думала на этот счет. Я расскажу, как я думаю, почему я не замужем. Мне дан достаточно долгий период. Не такой, как всем, потому что многие уже вышли замуж 24-25 лет. И жизнь сводила меня с хорошими, достойными людьми, но до свадьбы дело не доходило. Почему так? Я считаю, что это время мне дано для какого-то осознания, для понимания, для учебы и совершенствования. Потому что когда брак, ты туда направляешь силы. Сейчас я учусь на психолога. У меня, моя личная жизнь – это табуированная тема, обсуждать ее здесь отказываюсь, но вы видите мое развитие, даже мои эти прямые эфиры, они помогают и вам, и мне. Видимо, это время, которое сейчас я не замужем, дано мне для осознания. Я опять же говорю, кто-то бы сидел бы и рыдал, кто-то бы погрязал бы в комплексах. Вот сейчас, в моем возрасте, мне же уже 30 с лишним лет, то есть я уже не девочка далеко, уже взрослый человек, состоявшаяся личность. И я извлекла урок, что это время дано мне для совершенствования себя, потому что я уверена, что у меня будут дети, у меня будет двое детей, мальчик и девочка, я убеждена в этом. И я должна воспитать достойных людей. А чтобы воспитать достойного гражданина этой страны, нужно быть самой наполненной, понимать как. Потому что то, что я вижу, как воспитывают детей, кто вырастает, ну, обидно. Я считаю, что каждый человек должен подготовить себя к семье, подготовить, осознанно подготовить. Не прыгать из брака в брак, разводиться, это не про меня. У меня будет навсегда, у меня будет до конца. И это моя позиция, это мой план, это моя визуализация. И я уверена, что
скоро это произойдет. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Сколько стоит курс? Курсы стоят столько, сколько вы можете себе позволить. Если вас интересует, если вы готовы сейчас что-то делать, а не просто про вопросики здесь поговорить, вот зайдите и посмотрите. Цены разные, но каждый человек сегодня может позволить себе приобрести этот курс. Если вы действительно любите себя, как я вчера говорила, и хотите сделать себе хорошо любимый. А если бумеранг... бумерангов намного больше, чем заслуживаешь, набираешься сил и всем со всем борешься, решаешь, а потом снова. Не бывает такого. Это опять же ваша установка, это опять же ваша отговорка, что бумеранг наступает гораздо чаще, чем я заслуживаю. Подумайте сейчас, сядьте и подумайте, сколько раз вы подумали плохо за день. Вот столько бумерангов вам должно прийти. Сколько раз вы подумали, скажем так, очернили кого-то в своих мыслях, столько раз к вам придет бумеранг. Не бывает такого. Ну, не бывает такого, что жизнь тебя будет бить, жизнь тебя бьет зачем-то. Это то же самое. Сейчас я вам расскажу, что такое бумеранг. Прям попробуйте представить сейчас эту картинку, и вы поймете, чтобы вы не обижались. Почему я так резко и жестоко высказываюсь сегодня. Представьте, что вы стоите, и к ноге прицепилась маленькая собачка, тойтерьер, по-моему, ну, прям маленькая, и она вгрызлась вам в ногу. И вы стоите, вы начинаете дрыгать ногой, потом вы начинаете сильнее дрыгать ногой, а потом вы начинаете ее стряхивать уже как угодно, какими-либо способами, потому что вам больно. Вот что такое бумеранг? Это та маленькая собачка, которая сначала просто цепляется, потом она больше прокусывает вашу ногу, потом она вгрызается в вашу ногу. Если вы не понимаете уроков, вам больно уже, и боль не отступает. Потом уже у нее течет кровь по зубам и от вашей ноги. И только когда жизнь вас настолько шибанет конкретно, вот тогда вы ее отцепите и будете рану залечивать. Так надо ли доводить бумеранг до того, чтобы у вас была рана, которая кровоточит? Можно было сразу скинуть собачку, вот этот вот бумеранг. Я хочу просто, чтобы вы поняли, как работает бумеранг. Сначала чуть-чуть, больше, 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 потом вот так. И вы начинаете судорожно. Только на это у вас уходят все силы, только чтобы это скинуть. Видимо, с вами сейчас происходит то же самое. Почему вы говорите, что бумеранг ко мне приходит чаще, чем я совершаю гнилостные какие-то пагубные поступки? Только лишь потому, что эта собачка очень давно уже у вас сидела и грызла, а вы не обращали внимания. А сейчас она настолько вгрызлась, что все силы уходят туда, чтобы только предотвратить вот это вот навалившиеся проблемы, которые вы даже разгрести не можете, вы не успеваете. Это уже было много сигналов, которые вы пропускали. Я могу вам предложить прийти ко мне на курс. И там мы сможем размотать клубок, понять, и вы очень быстро, вы просто ускорите процесс избавления, и вам станет легче. Поэтому welcome ко мне. Я вас обожаю, во всем права. А если человек моральный урод, эгоист, любит выпить, наркоманить, обижать? Ну, давайте так, я даже не знаю, как обсуждать таких людей. Если вы себя уважаете... Вот если вы себя уважаете, если там уже присутствуют какие-то запрещенные препараты, оно вам надо, задайте себе этот вопрос. Александра, а мужчины могут... Угу. Саш, у меня в семье есть плохой человек, и бумеранга нет. Он гранит после смерти папы и гранит. Что такое гранит после смерти папы? У меня в семье есть плохой человек, а бумеранг – это он гранит и гранит. Что он гранит? Может, громит? Смотрите, вот еще, кстати, такой момент. О, хороший вопрос. Я, по-моему, поняла, что вы имеете в виду. Если с вами живет тот человек, который делает постоянно плохо, и ему ничего за это не происходит в жизни, а вы постоянно получаете, и вам не везет. Это я, по-моему, уже упоминала об этом. Но вы вот с ним рядом находитесь. Знаете, почему бумеранг к этому человеку не приходит? Потому что вы забираете его бумеранг.
Вы, которая ждет, когда его нахлобучит. То есть какие у вас мысли? Ну когда ж ты, зараза, сдохнешь, ты? Когда ж тебе вот это все даст? Он будет жить припеваючи, потому что он питается вашей энергией. Представляете, как жизнь устроена? До тех пор, пока будете ждать, когда ему прилетит, вы будете получать его, он бумеранг будет менять направление и прилетать к вам, его же. Потому что вы становитесь в этот момент плохой. Он хороший, а вы плохой. Потому что вы желаете, когда он сдохнет. Вы желаете ему зла. Ну вот и вы и получаете зло. Вот вам бумеранг и прилетает. Вот так устроена Вселенная. Вопрос. А кто подумал и написал эти законы? Ваше мнение. Ну, я уже говорила про законы библейские, я говорила про нашу конституцию, да, как мы должны придерживаться вот этих. Есть этический кодекс, тоже можете почитать этику, почитайте, какие законы. Все придумано за нас, просто сегодня кто-то переписывает их в сознании для себя и уверяет, что это хорошо. Мария написала, встречалась с женатым мужчиной какое-то время, потом начала встречаться с парнем, и он ей постоянно изменял. Пожалуйста, бумеранг нашел, настиг, да? Ой, с женатыми мужчинами. Вчера мы проходили, говорили на эту тему. Там бумеранг вообще прилетает очень страшный. Девицы, которые разбивают семьи, о-о-о! Когда вы даже спите с женатым мужиком, карма вас настигнет. Очень сильно. Потому что вы вторгаетесь в священное. Почему говорят? Если мужчина живет гражданским браком, и он ходит налево, вот тогда ничего. Но если мужчина скреплен обязательствами, у него кольцо на пальце, по идее, ну что такое брак? Это священность, браки заключаются на небесах. Значит, он выбрал одну женщину. И приходя, и если вы вторгаетесь в их семью, вы становитесь разлучницей, вы противоречите божественным законам. И это очень может отразиться плачевно на жизни той девушки, которая разбивает семью. Но не зря же говорят, на чужом счастье не построишь. Что еще имеется в виду? Бывает такое, что он уходит из семьи. Вы добились своего. У них рождаются дети. Но их дети, рожденные, несут карму за маму. То есть в ее жизни бумеранг не вернется. Вернется бумеранг детям. Помните, что любой ваш плохой поступок вы можете передать вашим детям. Поэтому всегда задумывайтесь о том, когда вы поступаете плохо. Попытайтесь подумать сегодня, где же вы допустили ошибку. Я призываю всех все-таки жить как-то честно, жить по сердцу, жить по душе. У нас заканчивается сейчас эфир, поэтому я надеюсь, мы час с вами уже поболтали. Опять же, говорю вам спасибо, вы были со мной все это время. И постарайтесь, да просто живите, как вы чувствуете. Если говорить сердечко не надо, лучше не надо. Не обманывайте судьбу и не обманывайте себя. И любой, если уж пришел какой-то урок, извлекайте из него положительное, извлекайте из него какой-то совет для себя, делайте выжимку и попытайтесь любые невзгоды встречать как приключение. Случилась у вас беда, встретите это как приключение, я смогу решить. Это новый квест, который я пройду, это новый жизненный урок, который мне предстоит решить. Не опускайте голову, не опускайте руки, все всегда хорошо. Нам все дается, любое испытание, которое мы можем пережить. Надеюсь, что этот эфир был вам сегодня в помощь. Я желаю вам чудесных выходных, офигенной субботы, радости, улыбок, изобилия сегодня вам, новых встреч, сюрпризов жизненных, пусть сегодня много у вас будет сюрпризов. Ну и, конечно, улыбайтесь и порадуйте себя вкусняхами сегодня, сходите в кино, в кафе с друзьями, вообще проведите этот день с толком, с расстановкой, потому что это заслуженный выходной. А мы с вами увидимся в понедельник на завтраке. Завтра, как обычно, выходной. Завтрака не будет, поэтому до понедельника. С вами была ваша Харитонова. Пока!